Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Пелей. Пелей – сын эгинского царя Эака. Обычно считалось, что Пелей жил в Фессалии. Позднейшие мифографы приводит версию, по которой Пелей совершил у себя на родине убийство и должен был уйти из дома. Пелей принимал участие в походе на Каледонского вепря, в битве кентавров с лапифами, в походе аргонавтов. Самый яркий эпизод с участием Пелея – его женитьба на нимфе Фетиде, которая родила ему сына Ахилла. На их свадьбу были приглашены все боги и богини, кроме богини раздора Эриды, которая, однако, сама пришла без приглашения и бросила посреди стола яблоко с надписью «Прекраснейший». И это привело к спору, разрешенному судом Париса. Свадебные гимны исполняли богини судьбы Мойры, предсказывая в них судьбу Ахилла. Пелей и Фетида Катулла – это, наверное, лучшее во всей латинской поэзии стихотворение, выражающее римскую тоску по золотому веку, когда люди и боги еще жили вместе. Из Википедии. Узнав о смерти Ахилла под Трое, сыновья Акаста перестали бояться Пелея и изгнали его из Фтии. После изгнания Фетида наказал ему идти в пещеру у заросшей Мирты, где он впервые овладел ею, и ждать, пока она не заберет его навеки к себе в морскую пучину. Пелей отправился в пещеру и оттуда стал жадно вглядываться в проходившие мимо корабли в надежде, что один из них привезет из Трои его внука Неоптолема. Тем временем Неоптолем чинил свои потрепанные корабли в Молоссии, но узнав об изгнании Пелея под видом пленного троянца, отбыл на корабле в Иолк, помышляя убить сыновей Акаста и захватить город. Однако Пелей, не выдержав ожидания, нанял судно до Молоссии. Бури отнесли его к острову Икос, что у Эвбеи, где он умер и был погребен, лишившись тем самым бессмертия, обещанного ему Фетиды. Вот так вкратце о Пелее, сыне эгинского царя Эака. Пока-пока, до свидания.